Особенность выставки в городском музее – экспонаты, связанные с тем периодом городского театра, когда он именовался музыкально-драматическим театром имени Максима Горького. Нужно сказать, что роль театра в жизни любого человека недооценить невозможно. Театр учит нас быть людьми, сочувствовать и переживать, наверное, как никакой другой вид искусства. Фотографии сцены и спектакли, афиши конца 40-х и начала 50-х. Личные вещи заслуженного артиста СССР Василия Рябова, который в 60-е годы считался одним из лучших исполнителей роли Владимира Ленина. Часть экспозиции посвящена костюмам, которые использовались в различных постановках. На выставке представлены эскизы художников к нескольким театральным постановкам. И в данном случае мы говорим об эскизе к спектаклю «Князь К». Ставился он в 2000 году. Мы можем увидеть и сам эскиз, и вот это прекрасное его воплощение. Всего в экспозиции около 200 театральных артефактов разных лет. Посмотреть их можно в часы работы музея или в рамках ежегодной акции «Ночь в музее», которая пройдет 17 мая. Кирилл Осинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.